Если в карточке создания товара нам нужно убрать какое-либо свойство ненужное, например, фирму-производитель, мы делаем следующее. Так, идем. Контент. Инфоблоки. Типы инфоблоков. Каталоги. Продукция. В открывшейся странице переходим во вкладку «Свойства». Теперь смотрите, что у нас тут есть. Вот у нас есть название «Активно». Вот если галочка стоит «Активно», значит это поле доступно. Значит, еще есть такая кнопочка «Удалить». Если мы поставим вот здесь галочку «Применить», «Сохранить», сделаем, то у нас совсем удалится это поле. Ну, например, мы не знаем, вдруг нам когда-то еще пригодится наш параметр. Вот фирма-производитель, вот мы только что, которую хотим удалить. Поэтому мы что сделаем? Берем вот эту галочку, снимаем, то есть активность ее. По идее, мы можем ее удалить, если сюда нажать. Ну, пока не будем удалять. Просто сделаем так, чтобы она была невидимая. То есть убрали мы галочку «Применить» и «Сохранить» нажимаем. Ну и теперь мы переходим в карточку создания товара, чтобы проверить, что у нас получилось. Добавить товар, нажимаем. И смотрим. Итак, как мы видим, фирма-производитель у нас из этого списка пропала. Все, вот так вот мы убрали ненужное нам свойство из карточки товара.